Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такое слово, как ситхи. Это слово я достаточно часто употребляю в своих видеороликах. Но что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин ситхи? Итак, ситхи. Это слово происходит от предыдущего и подразумевает духовное совершенство и довольно высокий уровень оккультных возможностей. Имеется в виду слово витха, ситха. Да? Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин ситхи. Нам, представителям западного направления, это, несомненно, интересно и полезно знать. Но мои подписчики знают, что я в этот термин вкладываю другой смысл и достаточно часто употребляю это слово в своих видеороликах для того, чтобы рассмотреть те или иные аспекты процесса, происходящих на тонких планах, а также вот в нашем грубом материальном мире, что полезно для общего развития. На этом до свидания, до новых встреч.